Долгопилчане наконец-то начали проявлять активность в вопросе утепления многоквартирных домов. На сегодняшний день о своей готовности участвовать в городской программе по улучшению энергоэффективности жилого фонда Даугавпилса заявили более 10 многоэтажек. На бюджет 2013 года было запланировано 305 тысяч лат. На сегодняшний день финансирование в регистре уже ждут люди на 585 тысяч лат, и еще два дома приняли в регистр на энергоэффективность. Потому на сегодняшний день сложилась ситуация живой очереди, но деньги самоуправления уже закончились. И потому к концу года или же будет решение самоуправления о выделении дополнительных денег, или переносе данных домов на следующий год финансирования. А на очередном заседании жилищного комитета были рассмотрены заявки на присвоение финансирования еще двум домам, расположенным на улице Райне 13 и улице Шаура 25А. Жильцов внесли в список претендентов. Перед самоуправлением стоит задача найти максимально возможное финансирование, или же договориться с правительством, или же договориться с Министерством экономики о возможности добавлять сумму финансирования самоуправления к сумме ту, которую выдает Европа. Так как на сегодняшний день деньги, которые выделяются по европейскому финансированию, не могут быть дополнены вместе с другими, и самоуправление не может добавить. Это в рамках Европроекта 2006-2013. В рамках Европроекта 2014-2020 могут меняться условия, потому что самоуправление сегодня прикладывает максимум усилий для того, чтобы все те, кто желают, могли получить софинансирование самоуправления и приводить свои дома в порядок. Согласно предварительным подсчетам, для начала работ по реновации многоэтажек в 2014 году необходим 1 миллион латов.